ГТРК «Чуваша» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи больным детям. У пятилетних двойняшек Кирилла и Кристины Сафроновых детский церебральный паралич. Принять участие в судьбе этих детей можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Подробнее о способах помощи в нашем сюжете. Кирилл и Кристина родились раньше срока, шестимесячными. Оба в первые дни жизни перенесли кровоизлияние в головной мозг и пневмонию. Чуть позже у двойняшек обнаружили порок развития мозга, синдром Денди-Уокера, недоразвитие мозжечка. Они сами не дышали, они были на искусственной вентиляции легких и сразу в реанимацию. Кристина пролежала 3 недели, ровно 21 день. То есть через 21 день она сама задышала. Кирилл раньше, ровно через 14. В 10 месяцев двойняшкам поставили диагноз «детский церебральный паралич». Сейчас им по 5 лет. Лечили детей разными методами, но ничего не приносило результатов. Врачи уверены, по медицинским показателям Кирилл и Кристина – перспективные пациенты. После лечения в Московском институте медицинских технологий, оплаченного Русфондом, у Кристины, к примеру, улучшилось зрение. Она начала говорить. У Кристины симптоматическая фокальная эпилепсия, ДЦП в форме спастического тетрапареза. Лечение необходимо продолжать, чтобы снизить патологический тонус мышц, научить девочку сидеть и ползать, развить речь. У Кирилла после лечения в Институте медтехнологий тоже улучшение. Мальчик произносит слова, понимает речь, его движения стали увереннее и точнее. Кириллу необходима повторная госпитализация для снижения патологического тонуса мышц и увеличения двигательной активности. Стоимость лечения каждого ребенка 199 430 рублей. Таких денег в семье Сафроновых нет. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта русфонд.ру соберут для них 169 430 рублей. Не хватает 60 тысяч. Для помощи Кириллу и Кристине отправьте на короткий номер 5542 сообщение со словом «Дети». Стоимость одного СМС – 75 рублей. А владельцы айфонов теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда.